Доброе белорусское утро. У нас сегодня хорошая погода, солнышко светит. Так что пойду гулять. Сейчас позавтракаю и пойду гулять. Естественно, делать свои дела. И заодно прогуляемся по городу Бресту. Так, я готовлю уже себе завтрак. Заварила семена льна. Дочка сказала, что очень полезно для кишечника. Обволакивает стенки кишечника. Ну и само семя льна, я знаю, что очень полезно. Вот так я пью горяченько. Заварила чай вот такой уже с каркаде. С гибискусом, да, и что там еще, аромат земляники. Ну, короче, красный заварила себе чай. И батон, пропадает батон. Так хвалила батон и в итоге не ела. Что стало портиться, и смотрите, что я буду делать. Взбила я яичко. Вот, и буду жарить гренки. Вчера на ужин такое ела, как бы калорийная еда. Ну, блин, не выкидывать же батон. Так, и на сковородочку. На сковородочку. Это очень вкусно. Кто еще не ел никогда гренки вот такие с яйцом? Я раньше всегда делала с молоком. Мне дочка показала, что можно делать вот так с яйцом. Представляете? Даже не знала. Так вкусненько. Вот. И я, получается, вчера съела 3 гренки. Потому что у меня батон лежал. Я про него забыла. Вот такая мне вкуснота получилась. Эти 3 греночки посыпала еще сахаром. Эту нет. Не знаю, может, Юлька съест. Но она не ест хлеб. Ну, короче, посмотрим. Или я уже в обед съем. Буду пить чаечек, да. И вот если у вас пропадает хлеб, вот имейте в виду, мы уже пожарим такие вкусные греночки. Всем приятного аппетита. Ну что, я уже покушала и хочу заказать талон аллергологу. Самую дешевую цену у нас, вот куда я ездила делать УЗИ, в областной больнице, областная вот эта поликлиника. То есть платно, не бесплатно. Переходим, ну то есть бесплатно по направлению будет. А если как бы у меня направления нет, я сама хочу обследоваться, значит платить деньги. Вот онлайн-регистратура. Так. Попасть. И вот я хочу попасть к этому аллергологу. Я смотрела, что есть запись на ближайшие дни. Вот. Принимает один врач. Так, и смотрите, очень много записей. Ну, 5 один талон. На 8 утра. Я сначала хотела взять талон этот. На 8 утра нет, не поеду. Возьму на 9. На 9. Вот, и есть побольше талонов. Вот видите. Например, 10-24. Так что буду сейчас вводить свои данные и откладывать талон. И по ценам, смотрите, платные услуги. Граждане РБ. Так, сколько стоит прием? Даже не знаю, сейчас выберу. Вот, аллер. Ай, аллер. Не могу прочитать. Смотрите, вот эти все пробы. Ну вот, надо будет мне взять. Ну, что мне скажут. Короче, возьму все эти пробы, это очень дешево. Я помню, делала 3 года назад, было 10 евро на пробу. Вот, ну тут разные, видите, там как бы было, блин, как сказать, ну смесь. То есть не одна была, здесь как бы поштучно вот эти пробы, да. А там типа как-то было на растение одна, на продукты другая. Так, а прием сам сколько стоит? Что-то я не вижу прием. Вот провода. В другом месте поискать. Ну, я так понимаю, это забор материала дешевле. Вот такой прием надо в другом месте поискать. А это для иностранных граждан. Посмотрим, сколько будет. Ну, я так прикинула, это раза в 2-3, да? Вот, смотрите, цены сравнивайте. Ну, в принципе, тоже все доступно. Короче, еще раз говорю, эти все цены делятся на 3,5 и получается цена в евро. Говорю в полголоса, потому что дочка моя еще спит. Вот здесь, наверное, можно прием посмотреть услуги. Вот, нашла. Получается, надо выбирать консультативный прием. Я жду, где-то я смотрела. Вот если обычный врач, аллерголог, да? Сколько? Первый первичный прием, ну, 9 рублей. Это где-то 2,5 евро. Вот, для граждан Беларуси. Аллерголог, категория 2. Даже еще дешевле. Вот, ну, короче, 2 евро, 2,5 евро, грубо говоря. Так, а для иностранцев сейчас посмотрим. Так, вниз, вниз, вниз. Здесь для иностранцев. Для иностранцев. Так. О, получается в 4 раза дороже. Вот для иностранцев, да? Видите сами по ценам. Евро 11-12, где-то получается вот прием. Но это тоже недорого.
У нас в Испании, наверное, не знаю, евро 50, если 60, если не 70 прием будет стоить. А это уже цены в платном вот медицинском центре Новомед, куда я ходила 3 года назад, да. У меня была страховка от работы, я ходила. Смотрите, здесь получается прием уже 39 рублей. То есть в 4 раза дороже, чем в государственной клинике. Поликлинике, точнее так. И вот тут не пишут, какие тесты. Вот тесты вот столько стоят и вот столько стоят. А здесь они как бы расписывают. У меня сейчас сомнения, то есть, что я делаю. Так, здесь получается бытовые, пищевые, дерматолог, пульсовые. Как-то очень дешево получается. У меня сейчас сомнения, делают ли вот здесь все тесты. Делают ли вот здесь все тесты, что делают вот здесь. Вот. Ну, короче, я засомневалась. Здесь какая-то вот эта, кто в курсе, вот эта иммунотерапия 13 рублей всего лишь стоит. А здесь почему-то она стоит 32 рубля. Наверное, какой-то другой метод. Другая какая-то иммунотерапия. Вот, так что я, наверное, все-таки схожу сюда. Сначала хотела в платный идти. Вот туда подороже. Получается, два приема надо будет оплатить. Вот эти тесты все. Так, и здесь получается намного дешевле. Я, наверное, пойду сюда. Это тоже платно. Но так как это государственная поликлиника, здесь намного дешевле, чем в платном центре. Схожу сюда. Если не понравится, пойду сюда. Кстати, вот к этой женщине я ходила, ну, как бы как специалист, она очень хорошая, как бы грамотно мне все рассказывала, объясняла. Как женщина, ну, как врач, она мне очень понравилась. Как видите, я себя привела уже в порядок, у меня сегодня такой Барби стайл получился. Пошла, помыла волосы, и дочке говорю, надо какую-то маску, волосы сухие. Она говорит, возьми маслом помажь. Короче, я помазала маслом, вот так пожмякала, и у меня получился такой мокрый эффект. Да, ну подсушила феном, естественно, и сделала легкий макияж. Вы знаете, что я не фанат макияжа, просто у меня тут тушь, брови и накрасила такой бледно-розовой помадой, да. И, естественно, эта яркая такая малиновая маечка мне придает больше такой яркости и красоты моему, так сказать, внешнему виду. Кто смотрел предыдущие влоги, да, я еду к врачу. Еду к врачу забрать фотографии, не знаю, еще я в сомнениях. Но я зайду, спрошу в кабинет, примут ли меня без записи, если нет, ну даже не буду сидеть ждать. И пойду тогда забирать фотографии и поеду, ну, сдавать бланки на паспорт. Я надеюсь, что все пройдет на ура. Кстати, уже без 20 час, да, Ира встала в 9 утра, пока ответила на комментарии, пока поговорила с мужем, пока позавтракала, пока привела себя в порядок. Вот без 20 час, да, Ира собирается в город. Погода замечательная, прекрасная. Дочка сказала, что сегодня последний такой вот теплый день, но я и посмотрела, да, сегодня обещают 24. Вот, и потом уже будет на спад 18, там 16. Вот, так что одела маечку и наверх возьму джинсовую куртку. Надеюсь, что я не замерзну. Ну что, я приехала в город. На улице довольно-таки тепло. 24 градуса показывала на градуснике. Вот, и я бежала на автобус. У меня было 20 минут, я села губы красить, там что с дочкой переговорила, влог начала снимать. Ну, короче, я опаздывала уже на автобус, уже выбегала и бежала, чтобы вы понимали. Вот я всегда до последнего момента, вот кто такой же, пишите в комментариях, я все время везде опаздываю, хотя у меня есть время в запасе. Нет, я буду тянуть до последнего, и в итоге везде опоздаю. Гиблый номер, посидела в очереди за минут 40, и была женщина тоже без записи, передо мной. И она подошла к врачу, и та ее примет. Вот, но она, как бы, получается, прием, так сказать, опаздывая прием, то есть я вот вышла, получается, в 2 часа еще не дошел человек, который без 15, чтобы вы понимали. И получается, если все люди придут на прием, и этот человек, который еще без записи, а прием до 3 часов, то есть маловероятно, но если она не будет принимать там кого-то долго, так чисто бумажку какую-то выписать, то да. Вот я, короче, прибежала за фотографиями, еще раз поднимусь потом на этаж, посмотрю, что там с очереди. Если будет сидеть 5 человек, то нет смысла, поеду домой. Ну что, забрала свои фотографии, смотрите, какие выпученные глаза. Что-то я... Она меня только один раз щелкнула, обычно там 2-3. Короче, я не видела, что такие у меня выпученные глаза. Ну ладно. И надо срочно красить волосы тоже. Ну же, как есть. И будет у меня такая фотография на паспорте. Ну что, сижу под кабинетом, сказали, что меня примут. Сейчас зашел последний человек, который был на без 15-3. Вот, без 23 сейчас. Но мне сказали, что нужно взять карточку, и меня примут. Да. И вот смотрю, любуюсь вот на эту штуку. Информационный стенд, да, вот, видите, про беременность. Как выглядит
беременность, на каком сроке, что уже в 10-12 недель тело полностью сформировано, все системы органов работают. Да. Я уже час сижу на эту вот картинку, смотрю на эту милую девочку. Пока ходила за фотографиями, врач быстро всех разогнал, я прихожу. Тут вообще никого не было. Одна женщина сидела, уже другой человек абсолютно. Думаю, молодец, 25 минут, всех разогнал, 5 человек. Ну что, я уже дома хотела поснимать на улицу, но был сильный ветер, поэтому только уже в автобусе снимала вам красивые виды Бреста. Надо будет прогуляться по площади Ленина, вот это в автобусе, что я снимала, мы проезжали площадь Ленина, да. Там летом работает красивый фонтан, но сейчас, наверное, уже на осень отключили. Я очень рада, что меня принял мой врач, мой, так сказать, гинеколог на моем участке. Ну, он, естественно, всех своих пациентов знает и помнит, я, наверное, последний раз была 2 года назад у нее. Я вот спустилась, взяла карточку, и получается, женщина зашла, которая была на без 15.3, зашла на прием, и она зашла без 20. Ну, то есть ее быстро тоже приняли за 10 минут, и вот я заходила даже, наверное, без 13.3, я зашла, и меня за 7 минут там все посмотрели, все прописали, все свечи, и я, короче, вышла без 5.3 с кабинета, чтобы понимали. То есть врач еще приняла 2 дополнительных человек, которые были не по приему. И я прибежала быстренько домой, уже без 15.4, очень хочется кушать. Говорю, ничего не сделала, так устала. Вот просидела в этой очереди 1.5 часа. Так сказать, сходила за фотографиями, ну там буквально 20 минут туда-обратно я вот сходила. Поднялась на 5-й этаж. Ну все, я устала. Говорю, ничего не сделала, устала, капец как. И прибежала, готовлю обед. У Юльки были замороженные котлеты. Я сейчас жарю себе 2 котлетки, напоила уже пельмени. Да, без меня. Жарю 2 котлетки и варю себе картошку. Потому что нет сметаны, я бы тоже поела пельмени, но нет сметаны. И есть пельмени без сметаны, не прикольно. Так что вот, буду есть вот такие котлетки, 2 жарю только. Ну, потому что мы не знаем, что будем есть завтра. Возможно, что-то вкусное приготовим. Вот. Ой, ё-моё, надо перевернуть, у меня не получается. О, красивые такие куриные котлетки. Молодец. Я еще никогда не замораживала котлеты, а моя дочь, видите, по-умному живет. Здесь у меня валится кружочек в мундирах еще. Все, котлетки почти готовы. Улица неимоверно жарко. 25 градусов присылала. Я куртку то надену, то сниму, то надену, то сниму. Но была в джинсах, как бы. Вот, я подстыла эти дни, ходила в юбке, да, подстыла, поэтому срочно надо было идти к гинекологу на прием. Хотя она сказала, что, ну, она как-то увидела в базе, что у меня вот запись на 11 число, говорит, придет 11 число, посмотрите по результату, знаете. Все, сейчас быстренько поем и побегу в ЖЭС, в паспортный стол подаваться на паспорт. Да, вот такие у меня планы сегодня. Целый день, как белка в колесе, я буду сегодня бегать туда-сюда. Но благо, погода хорошая, позволяет. Я вот прям вот, вот реально, я не могу без солнца. Вот все-таки вот эти 2 дня не было солнца, я такая была ни рыба, ни мясо. Вы по влогам, наверное, это уже заметили. Все-таки, конечно, солнце нас заряжает энергией, что-то хочется делать, хочется жить, хочется радоваться жизни. И, кстати, мне писали в комментариях, что моя дочь похожа на Александру Бортуш, да? Александра Бортуш. Поправляйте, если неправильно я сказала. А, Бортич. На Александру Бортич, да. Я вчера зашла вечером посмотреть, ну, фотографии этой актрисы и включила фильм «Я худею». Я его, кстати, смотрела уже давно, но забыла. Ну, давно пересмотрела. Она так поправилась для этой роли, а потом похудела. Молодец. Да, и мы решили, что да, она немножко похожа на Юлька. Ну, как бы, для меня она похожа. Юлька говорила, что не очень. Я говорю, ну, вы вот с лица похожи. Единственное, что глаза у моей Юли поуже, чем у этой актрисы. Да, Александра Бортич. Зайдите, посмотрите. Похожа ли моя Юлька на эту актрису. Ну что, так аппетитно выглядит мой обед.
котлетки, картошечка в мундирах почистила с этим, с укропчиком. И буду есть такую вот вкусную штуку. Помните, я вам уже говорила о ней. Я только один раз ее поела. Это меня угостила моя свекровь бывшая. Такой типа как а-ля лечо, да? Она сказала, накидала все, что у нее было. Значит, здесь этот, ой, кабачок. У нее здесь лук, помидор и перец. Очень такая вкусная штука. Вот я решила ее доесть, потому что она уже у меня стоит неделю открытая. Чтоб не испортилась, Юра такое не ест. Я думаю, надо вот отварить картошки из котлетки, а мне забудется на то. Вот и перчик нарисовался. Все, я сейчас буду вкусненько кушать. Кто вместе со мной кушает, тоже всем приятного аппетита. Вышла из дома, иду паспортный стол делать паспорт. Смотрите, сколько же листьев нагрябали. Пригрябали к забору. Я такая иду в своих мыслях. Даже не вижу эту красоту. Пообщалась со своей подружкой Рамилёй, да, с Тенерифе сегодня. Вот сейчас кушала, быстренько голосовыми обменялись. И пролетела уже 2 недели практически. Вот я здесь в Беларуси, 2 недели. Время пролетело на 1, 2, 3. Я сейчас думаю, чем я занималась, что я сделала. Ну, первую неделю с подружками там встречалась. Гуляла, бухала, да, называется. Потом я как-то по врачам что-то пошла. И продолжаю ходить. Вообще, конечно, дни пролетают вообще моментом. Вот, получается, здесь еще не подмели. Эта дорожка чистенькая. Но здесь еще не подметали, да. Не зарябывали эти листья. Я что-то так устала, не говорила. Я не знаю, вот, что я такое. Поехала, в очередь только сидела. Может, у нервы, знаете, на нервах была. Примут, не примут. И, короче, столько энергии ушло у меня. Все как может и ремонт. Потому что я не работала. Просто в очереди посидела 1,5 часа. Доча сказала, что, возможно, это падает железо. Не знаю. Сдать анализ еще на железо, на гемоглобин. Не знаю, что-то как-то в последнее время какая-то такая усталость у меня на ровном месте. Я на работу не хожу и устаю, как не знаю что. Ну, по сути, тоже я снимаю видео, тоже даю свою энергию. Как другим людям, радую вас своим хорошим настроением. Да, и поэтому, наверное, энергия тоже меня покидает. Еще хочу занести свой ноутбук на профилактику, то есть он что-то стал медленно работать. Не знаю, может, каких-то уже вирусов нацеплялся. Ну и заодно, чтобы... кстати, все его коктейли. Вот, я думаю, такой день занести. Тогда не получится мне влог монтировать. Не знаю, как надо подумать. Вот, или попросить, чтобы... Вот, я думаю, что завтра занести вечером. И забрать поздно вечером. Ну, то есть, что он там, 2-3 часа не справится. Еще надо подумать, как это сделать правильно. Чира, как всегда, как Фрося Бурлакова в том фильме. Приходите завтра. Приехала без документов. Взяла с собой не свидетельство о браке. Ну, это самое главное, наверное, что чего мне не хватает. То есть у нотариуса там как-то мы обошлись, справку можно было взять в архиве ЗАГСа, да. А замена паспорта, ну я же не собиралась сменить паспорт, в принципе. Короче, надо свидетельство о браке. У меня есть вариант пойти в ЗАГС и сделать дубликат. Это будет стоить где-то, наверное, 12 евро. Короче, придется этим заняться, потому что в следующем году опять летит менять паспорт. Да, вот такая Ира Прося Бурлакова. Не знает, как говорится, то, что ей надо, не знает, как говорится, что ей надо на документы. Ну ничего, выход из положения. Сделаю тогда вот этот дубликат. И по ускоренному тогда буду делать паспорт. Посмотрела, что это там копейки стоит. Одна базовая, даже не знаю сколько, может тоже евро 15. За ускорение 0,5 базовый. Ну, короче, все, наверное, мне 20 евро, может, 70 обойдется. Я еще толком не считала. Короче, когда заплачу, скажу, сколько мне это обойдется. Надо посмотреть, сколько сейчас у нас одна базовая Беларусь. Ну, я, кстати, так и чувствовала, что с паспортом будет какой-то подвох. Ну, я немножко расстроилась, но ничего страшного. Я говорю, может сходить в ЗАГС, только что, наверное, надо будет завтра поехать и этим вопросом заняться, да. Поэтому у меня получится каждый день я еду в город и решаю какие-то дела, какие-то вопросы. Ну, вот зашла в дешевский магазин, хочу взять этого сыра подкопченного. Вот такой, видите, сколько, 46 за килограмм, где-то, наверное, не знаю, 13 евро за килограмм. Такой пакетик 4, это евро 50. У нас это на риф такой пакетик 6 евро стоит. Ну, не такой, вот такого сыра. Где-то, например, такого 6 евро стоит.
А здесь только евро 50, представляете? Здесь огромный выбор творога. Это трески Бутаушкина, это вот у нас так что на рынке, так я уже забыла отсюда. С Могилева. Такой огромный выбор сырков. Моя слабость. Вот этот вкусный будет брауни сырочек. А я сейчас хочу вот такой взять. С этой вафликой, с черничкой. Такой сырочек. Хотя я вам уже говорила, что я вот такие с вафликой люблю. Вот такие возьму и на эту же тут брауни еще возьму. Тоже вкусночки. Ну что, попробую свой пивасик жигулевский. Кстати, еще не показала, купила орешки. Вот купила те сырки, что в магазине показывала. И вообще я зашла в магазин купить орешки вот эти к чаю. Но потом думаю, пойду куплю еще сырки. Подошла к сыркам, увидела этот вот сыр. Думаю, так, хочу такого подкопченного сыра, потому что на Тенерифе он бешеных денег стоит. Вот, ну если сыр, то значит и пиво. Вот такая у меня цепочка моих действий. Попробую этот пивас. Может быть неплохой, как в старые добрые времена. Сейчас заценю, что за пиво. Ну что, пробуем вместе с вами. Ну, неплохое пиво. Я вообще люблю Туборг. Я вообще как бы... Да, после испанского мне уже белорусское невкусное пиво. Вот так как я ела эту вот лабуду, этот лечо, оно вкусное было, но соленое капец. И после него очень хочется пить. Вот, я уже выпила 2 стакана воды. Ой. Ну, нормально. Чтобы прям сказать вау-вау. Нет, ну, может быть. Вот, и только сейчас буду есть вкусный сыр. Больше всего я жду этот момент. Единственное, что очень крупные куски. Жду этот момент съесть кусок такого сыра. Едим. А это вкусно. Вот этот сыр я брала. Одно время я его вообще любила. Еще раз покажу. Все уже подоставалось пакетом. Вот. Такой сыр Джилл, где они его делают. Могу прочитать. Делать Витебская область. А, Глубовский район. Понятно. Вот. Обалденно вкусный сыр. Все, я выпью сейчас пиво. Скину вот эти вот видеофайлы. И буду сейчас монтировать влог. То, чем мы собираемся на танцы. Ну, то есть не на танцы, на дискотеку, а на танцы, на секцию такую танцевать, какую-то новую нашла. Вот. Я буду монтировать влог. И завтра пойду на кладбище, наконец-то. И вечером еще целая куча дел. Надо к врачу-нику неврологу, у меня запись. И этот... И надо пойти сделать дубликат на ЗАГС этого свидетельства о браке. Ну, короче, вся в бегах. Не знаю, буду я завтра ли снимать влог. Потому что договорилась на завтра завести ноутбук в починку. Ну, не в починку, как я говорю, профилактика. Чтобы он посмотрел, все там нормально. Вот. Ла. Так что, если влога не выйдет, сегодня, ну что, вторник, среда, среда выйдет, если человек не выйдет, значит, я сдала ноутбук на профилактику. Все, моя хорошая. Всем большое спасибо, что были вместе со мной, что смотрите мой канал, что поддержите меня своими лайками и комментариями. В последнее время их реально стало очень много. Я вижу вашу обратную связь, что вам на самом деле интересно смотреть мой канал. Еще раз вам огромное спасибо. Всех обнимаю и целую. Всем желаю всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.